Что это? Void, Slave, Flame of Fate. Вот сфоткал, 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 сфоткал. Получил достижение Paranormal Photographer. Все, пойдем. Уезжай, уезжай, давай. И что? Это хорошо или плохо? Он говорит со мной. Он говорит со мной. Где? О! Чпоинг! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дакстер, и сегодня вместе с Аяксом и Сайздом мы продолжаем играть в игрушку, которая называется Демонологист. Всем привет! Всем здравствуйте, всем до свидания. Так, молодые люди, найдите-ка мне чего-нибудь яблочного, пожалуйста. А ты не заслужил. А паспорт предъявите, пожалуйста. Так, яблочного без алкоголя. Сока там, например, что-нибудь такое у вас есть в ассортиментике? Есть. Мы закрыты. Он ее кота поглазил. Лавочка больше не работает. О, кстати, да. Ты видишь, у нас ни хрена нет. Я вижу у нас кота, я вижу у нас радио, я вижу у нас барную стойку, немецкий флаг какого-то хрена здесь забыл. И, собственно, дорогие наши подписчики, мы хотим вам признаться, что вот эти вот 15 минут, которые прошли от серии, у нас просто мистер Аякс очень хорошенько побегал, заспидранил всю игру и прокачался, вот. И поэтому мы себе теперь можем позволить такие замечательные хоромы. А, все ради вашего контента, что называется. Все, приезжаем, пацаны, нормально. Ты в кредит, что ли, взял? Да, я все, погнали. Что? Чего? Наливай, пацаны, наливай. Что будем сегодня? И хрена себе хоромы. Обустроились ко второй серии за 5 минут чисто. Вот, и соответственно также мы здесь сразу же закупили всякими полезными фонариками, коробкой для духов, лампа, распятие, термометр. Теперь у нас все есть, просто максимальный фарш. И соответственно мы с Никитой все равно до сих пор бомжи. Мы решили только штанишки принарядить, потому что, знаете, холодно, прохладно стало. Уже как бы вечер, у нас тут играет диджей Халид, котейка ходит, флексит. Ну а мы выезжаем на следующую миссию, на наше задание. Я нажимаю готов и погнали. Поехали. Я предлагаю, Миша сразу берет камеру со штативом. Да-да-да, я же профессиональный оператор, естественно. Я там пойду все сразу снимать. А, можно не чита, пожалуйста, готовы. А, извините. Не чита, нажмите, пожалуйста. Ну, естественно, стартуем уровень. Вот, это наш второй блин. Возможно, он даже будет не комом. Мы надеемся, по крайней мере, на это. Потому что теперь у нас действительно есть дофигища всяких крутых штук. И у нас есть и термометр, и камера со штативом. Правда, вот, опять же, судя по нашему первому опыту, это не особо-то даже помогло, потому что те, по крайней мере, характеристики, которые мы с вами замечали, они вообще никак не указаны. Ни хрена, что это вообще? О-о-о-о. Я взял что-то. Нормально. Ни хрена, что аппаратуру положили. Целый фарш, да. Так, у нас есть распятие. Я беру один фонарик. Я беру камеру, пацаны. Никит, камера на мне. Я профессиональный оператор. Блин, слушайте, он так классно ее держит. Ой, это таблетки. Руками. Это таблетки не ешь. Это чтобы рассудок починить. Да, пацаны, вот улыбаемся и машем. Пацаны, улыбаемся и машем. Да-да-да. Здравствуйте. Нормально. Так, короче, давайте распределимся по обязанностям. Я буду снимать, фотографировать. Я буду светить фонариком. И я буду, давайте, что? Никит у нас, в принципе, к таракану уже привык, так что это давай. Алло, алло, прием. Алло. Алло, 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 прием. Нет, ты говоришь вот в эту штуку. А нужно ты можешь не нажимать, ты можешь не нажимать. А я нажимаю. Ты когда говоришь, даже без голосового чата, то он уже определяет, что... А, да? Все. Пацаны, понял. Алло, штативчик, алло, алло. С телефончиком я тоже беру. Свечка. Ты просто только камеру набрал, да? Да, я просто взял камеру, тут оказывается еще штативчик с телефончиком. Нормально. И, кстати, смотрите прикол, пацаны. Сейчас. Нормально. Как это работает? Вот, смотрите, появилась кам номер 2. Но... номер 2, да. Как ее поставить? Сейчас, секунду, надо сразу так, смотрите, нашего друга зовут Эйп Остин. У вас трансляция идет, нет? Да, прямой эфир, Миш. Сейчас донатят. Нормально стримлю тут, пацаны, вообще. Смотрите, он отвечает только тогда, когда ты один. Все, я погнал. Так, подожди, в смысле, куда погнал? Мы сейчас вместе пойдем. Я взял термометр и распятие, если что. Так, я взял фотоаппарат. Хочу распятие. Мне надо распятие. Да, давайте каждый берет по распятию. Мы взяли по фонарику. А я не могу. Кто-то термометр возьмите, кто-нибудь. А я уже тоже не могу. Я взял термометр. А, ты взял, Ярик? Да. Все, я беру распятие. С распятием ходить. А вот эту штуку Тесла кто возьмет? Да пусть потом. Это уже не я. Ну окей. Так, а я пока с термометром буду ходить. Ладно, заходим, залетаем. Окей. Залетаю в магазин. Подождите, у меня спина зачесалась. Ну, почеши, пожалуйста. У тебя спина белая вообще-то. Да, кстати. Локация у нас до сих пор та же, Abandoned House, естественно, но призрак уже, скорее всего, другой. Я предлагаю сразу бахнуть камеру на входе. Вот здесь. Давай, может, хотя бы вот сюда, вот на кухню поставь. О, давай. Чтобы она так во все стороны могла снимать. Ой, такая часа 360. Эйп Остин, халё. Пацаны, тут карта есть, если что есть. Во, вот так вот ставлю, пацаны, вообще идеально. Можете карты взять. Как это работает? Погнали в подвал, Никит. Я пошел в подвал. Нет, стойте, со мной надо, подождите. Т-
Тихо! Он говорит со мной! Он говорит со мной! Где? Говори с ним! Ты слышишь детский плач? Я сейчас обосрался, у меня скример вылетел из кукол кровавых. Куда вы пошли? Поговори с ним что-нибудь. Эйб Остин, Эйб Остин, хэллоу. Не, на правую кнопку мышки нажми. Бляха, здесь опять все двигается, пацаны, куда вы ушли-то? Не, Ярик, у меня на левую. А, на левую, да. Эйб Остин, Эйб Остин, Эйб Остин. Давайте вместе ходить. Вот, я вас нашел, наконец-то. Мы в подвале. Давайте у алтаря поставлю камеру. О, не, она не ставится. Как камеру поставить? Он как будто бы говорил с нами только что. А-а-а, ни хрена себе. Чё? Я понял, как камеру ставить. Так, ну слушай, около алтаря, наверное, нет смысла ставить. Лучше реально где-то наверху. Хотя... Смотрите, если что, ходите рядом со мной. Я, если кто побежит, я распятие применю, и он умрет. Ну, типа, на некоторое время. Ага. А вы где? Остин. Тут какие-то рисунки, смотрите, появляются. А вы где? Мы в подвале внизу. О, хаги-ваги, пацаны. А я к креслу пришел. Погнали наверх. Бляха, Ярик, я тебя обосрался, то, что ты в маске. Эйб Остин, Эйб Остин. Так, давай я у алтаря все-таки одну камеру бахну вот сюда вот. Ой, тут, смотрите, трупак вон. Отойди, отойди, отойди. Да, трупак. Во. Нормально поставил? Температура пока нормальная вроде. Окей, да, тут, короче, трупак, здесь всякие рисуночки появились. Они прям очень странные. Раньше я их не замечал. Я тоже иду, пацаны, не это. Давайте не разделяться. Что-то как-то даже поспокойнее стало, да? Короче, нет, чтобы вы понимали, как только вы сказали, что типа, ой, детский плач, детский смех, у меня просто в коридоре появилось дофигища каких-то детских кукол, и у них были окровавленные типа глаза. Я чисто словил такой скримачок небольшой. Так, я пока что здесь все пофоткаю. Так, ну температура пока все хорошо. Эйб Остин. Угу. Даже свет работает. Да-да-да, включаем свет. Это потому что начало. А, ну да. Так, куда нам дальше-то идти? Давайте везде включать свет, потому что если он начнет тухнуть, мы это сразу заметим. Слушай, ну как бы... Эйб Остин, Магна. Эйб Остин, Магна. И, кстати, здесь так же, как и в предыдущей серии, двигается вот это вот кресло со столом. Блять, я обосрался. Почему? Да потому что вылезла рожа на весь экран. Всего лишь... Понимаю. Так, я, если хотите, могу сгонять за еще одной камерой, поставлю, и мы с вами будем чисто из фургончика все это дело патрулировать. Ну, давай. Только надо понять, куда идти, потому что-то я уже все обошел. А я вот там, где платье. И опять этот моторчик. А ты где платье? Подожди, а где ты? А ты можешь на кухню прийти и показать, куда идти? Да. Так, я за камерой пошел. Я что-то не могу найти. Эйб Остин, Эйб Остин, хеллоу, хеллоу. Угу. А термометр, кстати, Ярик, что по термометру? Термометр пока норм, но сейчас весь дом обойдусь, термометр нормальный будет, я просто его скидываю, что-то другое беру. Так, я пока что фотик скину и поставлю вот еще одну камеру. Я, короче, не знаю, рация какая-то бесполезная, я пойду возьму... Опа! О, Ярик, пойдем, там прикол какой-то. Где? Во, где? Ведро двинулось, вот тут АМП надо проверить. О! Нормально все, да? Нормальная ситуация? Оп. О! Тихо. Он поет, ты слышишь? Нет. Серьезно? Он поет. Эйб Остин. А, он говорит, I will kill you. Как мило. О, hello, Эйб Остин. Эйб Остин. О, он мне что-то сказал. Миш, возьми карты. Сейчас. Он говорит тебе в рацию? Да, он мне что-то говорил. Все, это первая улика, значит. Сейчас, пацаны, стойте. Эйб Остин. Да, ставлю мольберт. Вот давай в эту комнату, давай вот сюда. Эйб Остин. Вот сюда, Миш. Сейчас, я хочу камеру напротив поставить, чтобы мы с вами сразу все видели. Стоп, вот здесь. Ага, сейчас. Вот, тут ставлю температура мольберт. Падает. Мольберт поставил. Эйб Остин, Эйб Остин, Эйб Остин. А куда поставил? Сейчас еще камеру поставлю, там рядом с креслом. Он точно говорил с тобой? Да. Так, тихо, температура. Минусовая температура. Минусовая температура и говорит. Так, надо пойти установить. Да, улики, ставлю камеру. Вот так вот. О, да, реально, минусовая температура, у нас с вами появился этот, пар изо рта. Так, значит, улики. Так, с Джей. Минусовая температура и говорит, да? Да. Микрофон. Взаимодействие. Это либо Абадон, либо Гуль, либо Ханту, либо Милинг. Мулинг. Мулинг. Смотрите, тогда я скидываю градусник, потому что мы поняли, что уже это все есть. Ты МП будешь брать? Что-нибудь другое возьму, да. Возьми МП. Смотрите, у нас уже в доме расставлено две камеры. Напротив одной стоит мольберт. То есть, если он начнет там что-то рисовать, ой, мы с вами рассудка, это увидим. Нет, не надо немножко это рассудка. Таблеточку бахнуть, да? Кстати, вот, а проверьте, пожалуйста, камеры. Мы можем их переключать прямо сейчас? Я сейчас проверю. Измените источник камеры. Вот таблеточку, хоп. Да, мы можем, окей. Только что-то только это... ни хрена не видно особо. Третья почему-то очень темная. Первая видно, вторая видно.
А вот третья почему-то вообще ни о чем. Там кто-то свет выключил, что ли? Да, слушайте, походу. Возьмите кто-нибудь ультрафиолетовый фонарик, пацаны. Я взял. Все, погнали обратно. Может мне тогда от рассудочка бахнуть? Да, в принципе, ну. Ни хрена, в фонарике батарейки Duracell. Так, слушайте, а эти, таракан мы с вами проверяли уже, да? Нет. Это МП. Может, я возьму тогда? Так, окей, его беру. Сейчас, пацаны, подождите, пожалуйста. Фонарик. Все, и фотоаппарат. Если что, буду фоткать. Так, ну, мольберт пока... Это, ничего. Я, короче, фонариком тогда. Хотите прикол? О, картина упала. Я заметил источник тарахтения. Помните, мы с вами видели? Ерик, ну пойдем в подвал. Ну подождите меня-то, пожалуйста. Я не хочу опять откинуться и потом за вами наблюдать. Я тоже хочу что-то делать. Так давай в подвал, Миш. Ну так вы убежали. Я сзади. Если что, я со спятием иду. Что-то у него радиус поражения у этого фонарика какой-то слабенький. Ну это дерьмо, да. Может там фонарик мощнее будет, потом купим. Так, ну по таракану пока что все на нулях. Не, я так понял, что он в той комнате обитает. Да, вот, скорее всего там Альберт. Но он пока что ничего не рисует. Ну может он просто не умеет. Надо научить. Ну пойдем к платью. Сейчас лайфхаки трум-трум там. О, таракан, четыре таракан. Два. Дверь в подвал закрылась, пацаны. Да, Никит, нам жопа. Открылась. А, это вы. Все, 2, 0. Тут опять холод. Пойдемте к платью пойдем. А где платье? Таракан вот на двоечке, пойдем. Кстати, пацаны. А это что значит? Таракан на двоечке, что значит? Да. Это ЭМП второго уровня. Да. А, ну надо уже пятого. Да. А, так... Ну, не, вообще не желательно, но... Не, ну в плане... Да. Так, вот платье. На самом деле, я бы почитал про тех призраков, которые мы уже можем точно, ну... Ой. Лампочка перегорела. Ой. Да, давайте так и сделаем, почитать. Слушайте, может быть, мы просто тогда фургончик сейчас побежим, и там Виктория. Все делай изучи. Виктория. Давай, погнали в фургончик. Опа. Открылось. А это потому, что я сказал Виктория. Ага. Давайте фургончик, может, пойдем реально. Да. Энгер. Погнали фургончик, пацаны. Энгер. Фургончик. Энгер. Таракан. Нет, мы фургончик. Миша, а, подожди. Если что, я с распятием, он не нападет на нас. Да, окей. Отлично. Ой. Да пососи. Ой. Нормально. Я тоже с распятием. А, так. Ты тоже здесь? Да. Самое интересное, что вот здесь-то свет горит. Так, смотрите. Ой, там книжки падают с картинами, кстати. Ой. Читаем, короче, про, ой, получается, Абаддон. Ой. Да. Убегаем. Фух. Давайте фургончик, пацаны. Абаддон? Это что у нас? Ярик, у тебя очень красивый костюм. Вообще красивый. Модный, да. Да. И тачка у нас с вами какая хорошая. Это, правда, еще в первой части было, но все равно. Собственно, я сажусь за камеры, смотрю, что тут вообще кто рисует. Давай, Никит, анализ делаем. Давай, значит, 2 плюс 2, 4. У нас 4 призрака, жестко. Которые могут быть. Да. Так, ханту, класс. Кто такой ханту? Подожди, давай рисунок читать. Рисунок на холсте. Нет, вы проверили его или нет? Отсутствует, да. Тогда у нас 3 призрака остается. Так. А, некий отпечаток рук ты нашел? Нет. Значит, тоже убираем. Да, убираем. У нас 2 призрака остается, либо Абаддон, либо Мулинг. И ханту. Нет, а ханту у нас рисунок на холсте, его тоже нет. А, нету? Хорошо, ну, значит, надо искать эктоплазму, ESG, я не знаю, что это такое, и МП 5 уровня надо искать. Ну, МП тоже вроде не было. Но нет, мы еще не всю как? Локацию обошли, Ярик. Смотрите, короче, когда дверь закрылась в подвал, она начала скакать, типа, 3-4-5, 3-4, вот где-то так. Опять было, ты говоришь? Ну, вот, оно было даже если, но чисто на секундочку. То есть, в основном, держалось в одну. Тогда это Абаддон. Если мы убираем МП, то это Мулинг, а если нет, то это Абаддон. Да. Если вокруг него нет огня, тогда я беру ЭМП и сейчас будем ходить искать. Стоп, смотрите. У Мулинга недостатки. Если вокруг него есть огонь, он сначала потушит его, прежде чем охотиться. Предлагаю поставить свечку и узнать, если он тушит его, на это Мулинг. Да, классная тема. А что вот это вот за херня, вот этот компас, что это? А это можно смотреть, короче, его эктоплазмы следы. О, так может надо взять посмотреть? Парни, я пойду свечку поставлю, если она потухнет, то это Мулинг. Давай. Поставь, кстати, в комнате, где у нас этот. Мольберт, да, рядом с телевизором. Да, я туда и хочу. Только можете со мной кто-нибудь пойти, чтобы... Да, мы втроем погнали. Я пошел. Я с крестом иду там. А я фотографирую вас, пацаны, это видеоблог. Нормально. Ой, свет везде, кстати, потух. Да. А, нет, не потух, нормально. Так, некий, за тобой дверь закрылась. Так. Это плохо. Это плохо. Как поставить свечку, кто знает? На G, короче, зажимаешь. Ой, минус, тут минус.
Там появляется зелененькая такая штука. Вот, смотрите. Сейчас я проверю. Свечка есть. Свечка есть. А принесите еще свечек, поставьте по всему дому кто-нибудь. Сейчас. Типа, если она потухнет, то это мулинг. Если нет, то не мулинг. Ну, блин, по всему дому немножечко рискованно. Ну, не по всему дому, типа, а где-нибудь, да. Так, а мне уже что-то надо выкинуть. Давайте я таракана выкину тогда. Окей. Так, я иду. Это что? Ой, блин, что это за говно? Новый призрак? Ярик, ты тоже увидел его? Рогатый хрен, это абаддон, походу. Да, мелкий еще такой. Это не мулинг, он не тушил огонь, значит это не мулинг, это абаддон, плевос. Ну все, тогда ставим. Мне кажется. Гелим тогда. Ставим, да? Да, все, абаддон. Сейчас, подожди, улики. Стойте, я тоже улики. Абаддон, да? Да, мне кажется, абаддон. Ну мулинг затушил бы, но... Подтвердить. Все, хорошо, поехали. Теперь смотрите, так подожди, нам еще экзорцизм надо привести. Я нажимаю назад, да? Да, назад. А как экзорцизм сделать? Да, там открывается, типа, следующее задание вроде как. Мы еще только в начале пути, мой друг. Ну, естественно. Ни хрена себе. Нам нужно... Пусть призрак задует свечу, найти силуэт сидящего человека с помощью стекла... Подожди, Ярик, призрак и так задует свечу должен. То есть это не абаддон. Он в любом случае должен задуть свечу. Кстати, логично предположить. Мы уже все. Тогда это не абаддон. Ну, не факт, точнее. А, серьезно? Да. Но самое интересное, знаете, блядь, что? Что вот эти вот задания, они у нас и до этого были видны. То да. Есть это же очень жесткая подсказка в таком случае. Короче, смотри, Миш. Да. Ты с камерой попытайся сделать четкую фотографию призрака. Ага, я понял. Типа четкую, где он там на картонах сидит. Да-да-да, попозируй мне там, да, на голове. Да, да. Силуэт сидящего человека с помощью стекла эктоплазма. Это то, что у меня, да? Это, да, такая круглая хрень. Ну, и пусть призрак задует свечу. Я погнал со свечками, ходите, поставлю. А я знаю, где он может сидеть. В подвале там кресло, Ярик, помнишь такое? Да, кстати. Вот, стоп, нужно его сидящим сфоткать? Да-да, не-не-не. Нет, не а фигурку найти. Ага. Пацаны, а подождите меня чуть-чуть, пожалуйста, я с вами тоже иду. Секундочку буквально, я уже тут вышел практически. Ну, короче, я пошел в подвал. Спасибо, что подождали. Мы тут... в доме, не бойся. Да я сейчас зайду, меня опять сожрут. Да не, нормально. Нормально? Я пойду поставлю, короче, везде свечки, чтобы он задул их. А мне куда идти, с ней к этому подвал? Подвал, да. А, мы все вместе, да, нормально. Ой, кто-то смеется опять. Да, это не я. Я все фоткаю. Вот здесь свечку поставлю. Оп, Ярик, у нас проблемы. Так, где что? Он может сидеть? Дверь в подвал закрылась. Ага. А я же распятием. Не только у Ярика, а у меня тоже, кстати, проблемы. А где кресло, покажите мне. Вот. Там дальше слева. А ну? Я сфоткал, ничего тут никого нет. А как его зовут вообще? Да хрен знает. Эйп Остин. Эйп Остин. Where are you? Эйп Остин, где ты? Эйп Остин. Эйп Остин. Эйп Остин, you are gay. Да. Он такой, I like it. Who's that on gay? Так, а подожди, если... Я фонарик выкинул. Говори. Я предлагаю пойти дальше по локации. Мы там дальше мы еще не прошли, да. Так, что, наверх идем? Не, наверх нельзя, дальше вот туда вперед. В смысле, вы в подвале? Нет, мы вышли уже. Сюда. Куда? Ты где, Никит? К платью иди, Ярик, где сзади. А где платье? Вот, да. Ой. А как вы шифтите? Подождите, вы так быстро бегаете? На шифт нажимаешь и все. Так он устает, так что. Да, так, он у меня нет устает. Никого. Все, подожди, вот тут же, помнишь, что девушка была? О, я нашел! Вот сидячая на стуле, вот я нашел. Я где? Нашел, на вот, вот стуле? Сидит. Вот, посмотрите, вот, возьмите вот эту хрень и посмотрите, вот, возьмите. Какую? Возьмите хрень. Я бросил, вот, возьми. Ярик, посмотри, левая кнопка. А куда посмотреть? Левая кнопка. Мыши. А давайте я тоже посмотрю. Нет, а куда, в какое место конкретно? Вот в платье, смотри, в платье. Ничего, и чуть-чуть дальше. Отойди. Не сидит? Ой, сидит. О, покажи, вот, покажи, да. покажи. Давай гляну. А можно крестом ее нахрен сжечь? А ну давай, у меня тоже есть. Где сидит? О, сидит. Сидит такая довольная, да? Ля, улыбается тварина, ты посмотри. Что с ней делать? Не знаю. Ну все, мы поднулись, одно задание выполнили. Пацаны, а это... А, Ярик, поставь свечку рядом с ней. Вы ее с рогами видели, нет? А, блин. Я ее, может, сфоткаю? Погнали дальше, пока вот сюда, вот в эту комнату, Dream. Так, давайте я сразу с платьем поставлю этот... Камеру. Камерамен наш. Ну, конечно. Ну, пойдем туда, да вперед, в комнату Dream. Все, пацаны, я пошел с вами. Да, Dream. Тот раз здесь сделал некит. Dream. Нормально. А почему? А могу. Так, я
Давайте я бабку сфоткаю. Энгер, 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 Энгер. Все. Такая музяк сразу нормально играет. Так, я что-то все фоткаю, но ничего нет, никого нет. У меня кто-то споет. Погнали, короче, в ту комнату, где Мишу сожрали, только его сейчас там не сожрут, потому что у меня это распятие есть. Нормально, нормально. У меня тоже есть, да. Погнали, заходим. Сидит, тварь. Так, суки, мы здесь. Снова то самое злосчастное место. И чё, ничего нет? По факту. Блин, жалко, у нас на камерах нет Night Vision. Эйп Остин, Эйп Остин. Подожди, так а карты мы купили или мы не взяли вот эти карты? Нет, они, а я вообще где-то нашел. А я их тоже нашел, вы не взяли, я покажу, что я не лежаю. А где? Давайте теперь Никит будет раскладывать пассиансы. Давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Они лежали в первой комнате, где мы колхоз поставили. О, колхоз? Холст. Ну да, поставили там колхозик немножечко. Колхоз поставили. Да. Так, я все фотку. Ой, 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 пацаны, справа, справа. Слагал что-то. Он справа где? Там прошел. Подходи, вот, в комнате, собака. Короче, где этот, где телевизор, да, вот он здесь прошел сейчас только что. Вот, вот здесь, вот карты лежат. Ой, тут снова минусовая температура, пацаны. Кто разговаривает? Поет, кто поет? Карты возьми, карты возьми. Он поет, Некит, бери карты, вот карты. Где карты? Вот, в столике. Как их взять? На Е. Слушайте, не могу. А у тебя места нет. Да, прикинь что-нибудь. Ну давай я вот эту вот хрень скину. Опять кто-то смеется. Я достаю блядь, карты. Я тебя испугался, Миша. Так, первая. Значит, Void. Ага. Вторая. Slave. Опа. Fucking slaves. И третья. Flame of Fate. О, у меня опять... Void, Slave, Flame of Fate. Void, Slave, Пацаны, я пойду там летчик бахну. О, идет. Миш, тебе надо фоткать его было. Где? Миш, тебе фоткать его надо он было. Он тут прошелся, да. Теловой. Ярик, все, давай, такая же тактика. Сейчас я карту Voice, достаю. Slave, Fame of Fate. У меня рассудок немножечко это. Да похуй. Опа. Что это? Void, Slave, Flame of Fate. Вот фоткай, он, сфоткал, сфоткал, сфоткал. Получил достижение Paranormal Photographer. Все, пойдем. Уезжай, уезжай, давай. Чисто Paranormal Photographer. Рабочая, да. Да, неплохо. Подожди, а мы не все сделали, он свечку не задул. Ну мы сейчас узнаем, у нас свечка есть на фоне камеры стоит, сейчас мы там все. Сейчас выясним. Мы его их сгоним так нафиг, что он вообще хренит. Обосрется, да. Там что-то распятие как-то особо не сработало, он не исчез, ну ладно. Ну ничего, у нас все получается, это классно. Слушай, рассудок еще неплохой, Ярик, у тебя, да? Все завершено. Кайф. Чтобы изгнать, найдите 5 так, пальцев Эбис. Короче, нужно 5 пальцев этого Эйба найти. И в ритуальне в подвале. Вот идите ищите, я посижу тут. Так, у меня рассудок вообще 45 секунд, я таблетки съем. Я вообще оператор, между прочим. Так, измените источник камеры, ну пока что здесь все тихо, в принципе. А у нас таблетки кончились, да? Блин, у нас камеры такие черно-белые. Да, а кстати, как посмотреть здесь свое... А, вижу. А, у меня 62, ни хрена себе, пацаны. 56, вы угораете? Я туда точно не пойду. Ну че, погнали, че. Ну погнали, Ярик. Я отсюда буду вас это наводить там по камерам. Миш, ну вообще идти должен ты же записываешь. Я понимаю, мне 59. Да, взяли таблетки мои, главное, сожрали и такие. Это не 45 вообще было. Это что? У меня 61. Сейчас немножечко успокоюсь. О, Ярик, у тебя, кстати, 86. А тебе нужно с этой смотреть, стоять рядом со свечкой, тогда ты успокоишься. А, да? Так Ярик, где, как вообще где пальцы могут выглядят? Быть пальцы, да. Пацаны, а вы катушку Тесла проверяли здесь? Нет. Может, я ее возьму, пока что сберу. А прикинь, да, вот если мы не того призрака выбрали, начнем изгонять этого, а это не тот, который нас сожрет просто. Обидно. Void, Slay, Fame of Fate. А вот, первый палец, смотри, первый палец, вот он. Я беру. Void, Slay, Fame of Fate. Void, у меня один палец. Void, Slay, Fame of Fate. Да все, не надо, не надо. Короче, смотри, палец не подсвечиваются, но они довольно большие. Пошли в подвал, Никит. Ты нашел, Ярик, палец? Один палец, да. А сколько надо? 5. Бляха. Пошли все аккуратно обыскивать. Блин, пойдем. Реально так интересно. То есть мы с вами, если первое выполнили неправильно, то все остальные тоже не засчитываются? Ярик, смотри в горшки. Может, в горшках? Ага, давай в унитазе. Давай везде посмотрим. В унитазе. Короче, они довольно большие, так что их можно увидеть. Такие же, как у нас дома лежали. Сколько у нас распятий было? 2. 2. Ага, я понял. Вот, а это рука. Нет, то есть у вас и с менталкой все хорошо, и распятие при себе. Я вас понял, пацаны. Да. Неплохо устроились. Нормально. Если что-то двойным мне кажется, делаем удар. Нормально, держи в руках крест, держи. Сука, попробуй только подойти. Ну мне страшно здесь, сам, я хочу. Я тебя сам трахну. Туда блюдок, его. Мать, о, здорово. Здорово, погнали. Где платье некет было? Так вот платье, палец, сейчас смотри, Миша, палец, смотри. Действительно. Ага. Так взять. Берем.
На Е. Как... А, на У нас два получается. Так, пойдем вот сюда. Дальше давай. Ищем. Тут ничего нет. Мы его сейчас реально изгоним нафиг. Ну конечно. Вот еще палец третий. Берем. Подожди, я не могу его взять. Капец, Ярик вообще профессионал. Да, слушай, прям. Чувствую. Ты можешь взять некий? Я взял, да, палец. Хорошо. А, ну, палец. Так он в руку ты взял. Так надо его положить, да. Надо было. Пошли в подвал. А куда его ложить? Ну в этой вазочке, видимо. Бля, а, точно, да-да-да, внизу в подвале есть вазы, и в них нужно их ставить. Подожди, я запутался, где... Да я все помню, пойдем, Naked Git, пойдем. А, вот-вот, подвал тут, подвал тут. Да. Не-не-не, Ярик, не туда пошел. Да, не туда пошел, согласен. Вот сюда. Сейчас, подождите, подожди. Так, заходим. Погнали. Ну, слушайте, катушка Теслы пока что вообще не реагирует, поэтому... Вазочку, да? Уже аддон. Мы уже профессионалы. Сжег, один сжег, Ярик. Сжигай второй. Второй сжег, а у тебя... Ой. Кстати, Ярик, а прикинь, если сейчас как в Деваури, он начнет ага, все да. более и более злым становиться. А третью у кого? У меня не... Не у меня. А, может, у меня? А ну? А как, вы на Е нажимаете просто? На, нет, колесиком. А, да. Да, у Миши, вот, бросай. Все, два пальца осталось найти. Два пальца. Погнали к платью, скорее всего, там. А в подвале вы находили? Нет. А тут нет, вроде как. Просто, может... Ну, хотя, да, наверное, не будет. Нет, иди к платью. Пойду к платью. Где уничтожается это все. Окей. Да, давайте к платью сейчас сгоняем. Ярик, а крест точно работает? Ну вот мы и проверим. Ну меня смущает, что у меня его, правда, нет. О, do you want to play with me картина появилась? Yes, 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 we want to play with you. Я не хочу. We want to play with you, yes. But Daxter not want. I don't want, guys. Вот еще файл. Четвертый. Миш, бери. Не, я взял, остался пятый, ищите. Все, ищем пятый, да. Я пошел в комнату с платьем. Скорее всего, где-то с платьем или в дриме. Во, нашел. Все, погнали нахрен сейчас его. Берем, просто... сжигаем и уезжаем отсюда. Да, нахрен. И сейчас он валим такой появляется и всех нас убивает. Будет да, и он говорит, что вы дураки, какой абаддон, вы че? Ну да. Перепутай немножечко. Где подвал? Куда? Вот сюда. Нет, ничего. Не, не сюда. Вот сюда, вы куда? Вот. Мы потерялись. Вот. А, все, здравствуйте. А, вот сюда. Гид некий, нормально. Да, не да, бегайте, пойдем, не бегайте, что у меня шифт закончился. Да, у меня тоже. Ну что, Абаддон. Надеюсь, что это Абаддон. Ну да, очень хочется в это верить, что мы уже во второй серии стали настоящими профессионалами, и все это дело правильно Миш. Сделаем. Сжигай. Так, окей, последний. Ну что, финальный палец, вы готовы? А, финальный у Никита, да. Вы готовы? Да, капитан. Поехали. Окей, let's go. Получено Physical Intelligence. Вау. Какие спецэффектики. И что? Это хорошо или плохо? Все, поехали. Ну мы типа угадали или что? Ну да, мы там уезжаем. Ну что, эйп, сосамба. Ты лошара, ты вообще лох, ты понял? Ты никто, ты вообще абсос. Ты просто абсос. И сжирают просто. Да. Не, ну просто нас вот так издалека втроем посмотреть, мы типа, ну понятно, что мы как бы очень ферзевые охотники на призраков. Конечно. Ну, конечно. С давай посмотрим, мы там... профессионали приехали. В амбаре что там написано. Давай. Все, мы типа победили. Блин, мой персонаж вообще слабый, у него выносливость кончается очень быстро. Да у меня тоже, да, я shift жму 3 секунды и все. Миш, у тебя 46 этот... Да звездец. Все, мы все завершили. Да, все, можем уезжать тогда. Да. Ну, все, поехали. Профессионалы. Давайте, садимся. Ярик, чур я спереди. А я в багажнике. Да. Все. Ты вернешься в безопасный дом, ты уверен? Окей. Да. Так. Ну что ж, давайте. Ох! А, мы неправильно определили призрака. Это все-таки мулинг был, это мулинг. Мулинг, ну конечно. 420. Подожди, а что мы там нажали, что поддон... Охренеть, вообще уровень не прокачался. Так мы так качаться будем очень долго. Ну, слава богу, что у вас есть я, который уже прокачан. А, да, точно. Мистер Аякс у нас прокачанный пользователь, так скажем. Это очень хорошо, потому что, как вы видите, действительно уровень 24 опыта я всего получил из 100. То есть это нужно 4 каточки сыграть, чтобы что-то сделать. И это только прокачается на второй уровень. Соответственно, да, действительно очень долгая довольно-таки штука, но у нас есть прокачанный Ярик, который это все дело будет нам запускать. И мы с вами будем смотреть на новых призраков, на новые локации, на новые обновления. Главное, чтобы вам эта тема вся заходила, поэтому... Если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. До свидания. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.